понял, надо эфенцию собирать. Она собирается из сильных мобов, которые убиваешь. Биомассу. Да, биомассу. Вот ты накапливаешь, на нее можешь что улучшить потом. Там танки добавить и еще что-нибудь. Угу. Попробуем. Режим довольно интересный. Ну, по идее, да, должно быть. Одному мне жопу надрали быстро. Я не удивлен. На тебе убивать. Это хуже. Так, новичок. Боец. Да? Боец, давай. Новичок, ёпта. Ну давай, новичок. Может, боец все-таки? Давай новичка сначала. Новичок. Насилие, что ли, с тобой? Согласно нашим данным, лагеря беженцев охватила некая форма эпидемии. Даже здание подвержено заражению. Это вирус зергов. Вылечить его нельзя. Можно только выжечь. Все зараженные здания придется уничтожить. Похоже, днем они зарываются в землю, а ночью выходят на поверхность. Должно быть, вирус сделал их уязвимыми к ультрафиолетовому излучению звезды Майнхофа. Значит, днем мы будем уничтожать зараженные здания, а ночью оборонять базу. Все понятно. Что происходит? А, тут прям как в этом. Да. Вот улучшение базы. Нужно любой ценой защитить лагерь от заразы. Выставьте охрану и принимайтесь за постройку бункеров. Есть работенка. Бля, тут танки, ну, нельзя, конечно, делать. Пока нет, их надо улучшить. ТСМ готов. Вот, а где? А вот, научный комплекс, да? Серги и я. Эта комбинация способна принести потрясающие плоды научного труда. Посмотрите на консоль. Сделано. Я только не знаю, у меня код закрывать или нет. Надо развивать. У нас все сбоку прорвутся скоро еще потом. Сверху, снизу. С этого еще. Через 30 секунд. Какие 30 секунд? Вы... Прошу прощения. Оборзели, ты хотел сказать. Оборзели. Кому навешать? Вооруженные. Ну чё там, сэр? Мины поставлю. И это все? Да, кстати, мины-то пойти. Теперь надо продержаться до рассвета. Готовьтесь, будет жарко. К вам идет первая волна зергов. Вы не сможете улететь, пока не перебьете их. А? Чего пугаешь? Убейте меня, умоляю. Мы этим займемся, братан, займемся. Ух ты, какая-то хуйня. Тут где-то зверь. А вот где биомасса падает? База атакована. Он прыгнул на моего КСМщика, понял? Да, раз. Недостаточно минералов. КСМ готов. Недостаточно минералов. Тут где-то зверь. Бля, убили опять. Атаковано. Недостаточно минералов. КСМ готов. Он прыгает на меня, короче, убивает моего КСМ. Вооружён и опасен. КСМ готов. Так, что надо? Время действовать. Приказы будут. Это под контролем, походу. Есть, ТСМ готов. Так, 34.
Ой, какая хуйня ползет. Жердяй. ДСМ готов. Есть ты на мане. Сюда катится жердяй. ДСМ готов. Пристройка завершена. Светает. Держитесь, осталось недолго. Еще один жердяй, ебать. Сюда. Сюда катится жердяй. Вот это не надо. Проснитесь и пойте. Поехали. Теперь наша очередь задать им жару. Легко. Да, конечно. Бля, бункер чини быстрей. Что происходит? Ага. Да, завожу. Поехали. Кто на новенького? И это все. Что теперь задумал? ДСМ готов. Да, у нас полное улучшение 40-ник. Завожу. Ну да, маловато для танков. Кому навешать? Танки надо накопить 150, наверное, думаю. Ну да. Там пока лучше автоматически. ДСМ готов. Бункеров. Может, поможешь мне? Чего нужно? Завожу. Поехали. ДСМ готов. Недостаточно. Я ими пошел этих распечатать. Ну чё там? Завожу. Поехали. Завожу. Поехали. Что происходит? Так, в этом поселении чисто. Молодцы. Идем дальше. Сколько накопил-то? Нормально. Заставим отбить того подлатать. Да. Может, поможешь мне? Поехали. Я его понял. Я так понимаю, на легком уровне они не атакуют нас. Да. Бункер боевых. Завершено. Есть. Может, поможешь мне? Может, поможешь мне? Ты вот сейчас фундаментально прав не был, блядь. Что теперь? А? Я пришел, сука. Закат через 30 секунд. Тему понял. Поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Угу. Отлично, парни. Поселение зачищено. Выставьте охрану. Скоро они опять нападут. Есть, сэр. Эй! Что хорошо, строение с едой строить, строить не надо. Чего? Да, хоть это рано. Чего нужно? Ночью. Да. Легко. И это все? Что теперь задумал? А! Чего? Чего? Да. Вы жердяй. Ты
морпехи? Нет, что ты, Джимми. Я совершенно спокоен. Улучшение завершено. Какая-то хуйня летающая. Сюда летит плевающий! Разработка завершена. Нормально. Ну чё там, сэр? Плевальщик. Против плевальщика надо поставить. Я знаю, где это. У него одно. Плюс уже у других этих. Тут где-то зверь. Разработка завершена. База атакована. Они ломают верх. База атакована. Кто? Разработка завершена. Я его понял. База атакована. Рассвет через 30 секунд. Нормально. А? Что происходит? Здесь нельзя срубить. Так скажешь, она новенького. Выжжем все до основания, пока они снова не полезли. Что теперь задумал? Давай, удиви меня! Может, поможешь мне? Машинки мои подбили, блядь. Улучшение завершено. Поди ж ты. Бегом, Марс! Ага. Да. Ура! Сверхурочно! Кому наверх? Может, поможешь мне? За твой счет. Задавим их интеллектом. Что тебе задумал? Что происходит? Есть нападенки? Что, морпехи кончили? Пошло-поехало. Может, поможешь мне? Разнесем их дальше. Выкладывай. Что происходит? Будет сделано. Кажется, здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Джим, в этом поселении больше нет зараженных зданий. Ага. Улучшение завершено. Что стряслось? Да. Ура! Сверхурочные! Ложись! Отбой! Места мало! Пристройка завершена. Ага. Чё говоришь? Что происходит? Бля, еще минута. Мало времени остается. Ну чё там, сэр? Сейчас рванет! Что еще? Улучшение завершено.
Закат через 30 секунд. Поможешь мне? Ну ладно. Время действовать. Кому навешать? Мы теряем время. Разрывными! Вооружённые! Эти твари могут вылезти в любую минуту. Возвращаемся на базу. Пошло-поехало. Ой-ой-ой-ой. Скорость в крови. Чё? Ты не заход, ты начинай отстраивать. Да. Вот я и этим и хотел только что заняться. Кому навешать? Вооружён и опасен. Пошло-поехало. Завожу. Поехали. Что происходит? Вооружён и опасен. Завожу. Поехали. Да, этот мудак там есть, жирный какой-то. Да. Ну, считай, если притянул, пиздец. Ой, ползет хуйня эта, блядь. Надо его сейчас приманить поближе. Ой, двое, блядь. Поехали. Ой, машинки, машинки, угонять, машинки. Задумал. Завожу. Поехали. Давай, удиви меня. Говори. База. Месторождение минералов выработано. Понял. Завожу. Улучшение завершено. Будет сделано. Да, идут снизу. Да. Наши КСМ атакованы. Добью. Они прорвались через южные баррикады. Выслать туда отряд, быстро! Кажется, я все это уже видел в каком-то фильме. Рассвет через 30 секунд. Тут где-то зверь. База атакована. Может, поможешь мне? Что еще? Ай-яй-яй-яй, я что тут проебал все. Постарайтесь вернуться на базу до наступления темноты. Что случилось-то, бля? Приступим. Что-то меня тут распиздячили, слышишь? Меня на всех хватит. Задавим их интеллектом! У меня все машинки были, кто-то пропали тоже. Заебали. Всех моих убили этих. Даже машинки, блядь. А, стой, танки. Я могу танки взять. Бля, я почти, мне надо еще чуть-чуть. Говори громче! Да, два танка тоже, смотри. Да, сэр! Че, два танка просто что берешь, такое? Или ты можешь их строить? Не знаю. Я не ищу легких путей! Выкладывай! Конечно! Где танки-то? У центрального. Вперед! Да. Вот они стоят. А, навешать! Вижу. Да, строй тоже может быть. Подожди, у нас что? А у нас совместное с тобой. Тогда я другое сейчас изучу. Я пожаротушение изучу. У нас с тобой на двоих, оказывается, это-то. Все, смотри, у нас теперь. Бункеры более вместительны, Лёх. Танк на марше! Во! Я воронку делать будем! Я уже заждался! Обязательно побольше сразу.
кого подлатать? Так туда что нам рабочий? Прочь с дороги! Улучшение завершено. Бегом, марш! Пути! Что стряслось? Вот да! Отдавим их интеллект! Кому навешать? Давай, удиви меня. Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Вооружен и опасен. Понятно. Прочь с дороги. Выкладывай. Надо бы лабораторный реактор улучшить, чтобы и реактор был, и этот. Полный вперед! Вооружен и опасен! Где воронку делать будем? Нам с тобой по КСМу дали, кстати. В курсе? У тебя внизу КСМы были. Отдавим их интеллект! Кто на новенького? Закат через 30 секунд. Понял. Давай, удиви меня! Танк на марше! Полный ход! Прочь с дороги! То чего просто не хватало? Я уже заждался! Выставьте охрану. Скоро они опять нападут. Всех хватит. Выставил охрану. Танк на марше! Пути! Ну, вперед! У нас теперь, кстати, эти аж нет. Пожаротушение. О, это какой-то это босс. Покатили! С моей стороны Лёха идет. Ну, все танки на него сейчас направлю. Огонь. Кайф. Танк на марше! Уже в пути! Я не ищу легких путей! Чем дерьмо. Куда стрелять? Приказ получен. Завожу. Поехали. Рассвет через 30 секунд. Ход! Ну чё там? Завожу. Поехали. Ищите зараженные участки и зачищайте их. Давай, завожу. Поехали. Да. Дорога зовет. Завожу. Поехали.
Может, поможешь мне? Брось дороги! Что теперь задумал? Завожу. Может, поможешь мне? Ну, вам по союзнику меньше. Что говоришь? Уже для танка лучше, вам меньше по союзнику. Еще танки может, улучшил? Завожу. Я улучшил урон меньше нам носить. Так, в этом поселении чисто. Молодцы. Идем дальше. Завожу. Поехали. Ой, там у тебя эти... Войска атакованы. Пошло-поехало. И это все. Я следующий отряд уже нормально соберу. Че говоришь? Следующий отряд уже с автоматчиками соберу. Что теперь задумал? Вооружен и опасен. Вижу все по-другому. Вы сможете извлечь из этого пользу. Разработка завершена. Кому навешать? Случай запущенный. Приказы будут? Точняк! Жду не дождусь! Пошло! Бегу, Марс! Улучшение завершено. Я уже заждался. Улучшение завершено. Все понятно. Слушай, ну мы их уже сократили, это нормально. Завожу. Поехали. Респеновый гейзер иссяк. Закат через 30 секунд. Понял, я буду. Месторождение минералов выработано. Это поселение очищено, Джим. Двигайтесь дальше. Почему бы и нет? Эти твари могут вылезти в любую минуту. Возвращаемся на базу. Кому навешать? Ваши войска атакованы. Превосходно! Тут где-то зверь! База атакована. Что-то лезет, слышь. Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Ну вот это вот вообще не очень. Есть машинки? Ладно, понял. Мы чего нужно? Давай я тоже помогу. Что это за существо? Оно раньше было человеком? Все, уходим, уходим, уходим. За барьер. Да-да-да, хватит. Включить. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Даже не такое. Ну, летуны доходят. Ну,
База атакована. Генерал оканчивается. Сюда катится, гуляй! Угу. Там все 4 строения осталось. А, ща. Рассвет через 30 секунд. У нас теперь это, лабораторный реактор, может по 2 танка строить за раз. За ночь положили добрую 1000 этих выродков. Их должно было остаться всего ничего. Умеешь поддержать, Тайкус. Может, поможешь мне? Я вляпался! Здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Что происходит? Почти все. Сканеры показывают незначительное количество биосигналов зергов. Я отмечу их расположение на карте. Успеем? Все. Да. Ну да. Ладно, я все. Ну, давай. Давай.